Все, здравствуйте, начинаю снимать брейк, не будем тянуть, сразу после рандома снимем брейк. Я даже с вами участвую в этот раз, у меня 5 мест, какие-то там достались чуваки, а может и нет. Итак, 8 ноября, 14.08, начинаем брейк. Хочется, конечно, хорошую карту какую-нибудь достать, а не одну, 14.08. Ну что делать, не знаю, что тут. По баскетболу я вообще не шарю. Кто это такие чуваки все? На. Только вот этого все время рекламируют. Зайон Уильямсон. Так, 5 карт в пакетике, пакетиков 8. И вот тут вот у нас NB2629. Давайте я вот так подрежу. Все равно вскрывать будем. NB2629-89035. Как-то так получается. Какие-то цифровые какие-то пакетики. Найди. В общем, по баскетболу у меня как попало все собирается. 2 недели собирали и так и не собрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, пакетов. Нужное количество, как и заявлено было. Сейчас я их аккуратненько вскрою все. И будем ловить кого-нибудь. Есть шанс на автограф, но я особо, конечно, иллюзий не питаю на этот счет. Ну, а вдруг какого-нибудь чувачка заловим. Этого вот негра Зайона. О, сори, черного парня. Не хотел бежать, но и так они миллиардеры. Особенно сейчас вот это их движение мне все равно не нравится. Встают на одно колено. Все Формула-1, футболисты. Сейчас, наверное, хоккеисты на коньки будут вставать. Но это бред какой-то. Как будто жизни других не важны, а только этих парней. Ну ладно. Черту политика. Погнали. Вот такие вот карты. По баскетболу, кстати, карты красивые умеют делать, но они дорогие, дороже даже футбола сейчас стали. He's a game lives with NL. Russell Westbrook, Houston Rockets. Это, наверное, база. Не знаю, какие из них крутые. Вот это вот, наверное, получается параллелька. Pink параллель. Кевин Портер младший, Cleveland Cavaliers. Весь в татуировках. Кстати, на черных парнях татуировки плохо смотрятся. Cleveland Cavaliers. Не знаю, может, мне одна карта достанется, так я что с ней делать хотя бы. Так, новички и звезды. Никола Мелли, Пеликан, Нью-Орлеан. Новичок это или новичок получается, что он. Фенербахче еще играл в 18-19 году, а потом вот в Пеликанах перешел. Следующая карта. Кендрик Нун. Это вот он на пакетике. Он Нун этот есть. Данрус 19-20. Новичок. Тут со всех коллекций получается. Собрали Майами Хит. И кто это у нас такой? Джа Моран. Вот это вот тоже слышал. Джа какой-то. Марки. Пани марки. Ну, наверное, рублей 200 стоит. Мемфис Гризли. Джа. И такой интересный. Но попрыгивать будем. А, тут все, ничего нету. Я еще пытаюсь выбить какие-то карты. Виктор Оладипо. Индиана Пейсерс. Тут, получается, их не высказывание, наверное. Их не высказывания мы потом проверим. Панини Треац. Деандре Хантер. Атланта Хоукс. Да, получается, из всех коллекций, наверное, это все. Вот это у них. Вот это у них из всех коллекций. Вот это у нас кто такие? Сан-Франциско, город в стиле диско. Warriors, это, наверное, Эпик. Паскаль. Warriors, воины. Golden State Warriors.
Номер 600-й. О! 600-й еще играл. Новичок какой-то. Флюкс. Флакс. Или как, не знаю. Так, еще один новичок. Джордан Маклауглин. Миннесота Тимбервулс. Переворачиваем карту. Это у нас Тайлер Херро. Майами Хит. Тайлер Херро. Тут какие-то эти у него. Пульсы измеряют, что ли. Тайлер Херро Эссенциал. Да, из разных коллекций буквально эти карты все. Тайлер Херро. Не знаю даже, какие откладывать, какие потом показывать или просто посмотрите целиком брейк. Так, это опять товарищ высказан. Никола Йокич, Денвер Наггетс, Хроникл. По идее, коллекция Хроникл, а понапихали что-то все подряд. Еще одна такая только параллелька. Демар Деразан, Сан-Антонио Спёрс. Это получается пинг параллель. Раз кружочек обведен. Пинг параллель. Ну и ладно. Следующая карта у нас новички и старички. Леонард. Кей Леонард. Здесь он в форме Клиперс. Лос-Анджелес Клиперс, да, по-моему. 695. Сколько же у вас тут в коллекции карт-то? Так, это Детройт Пистонс. Что-то понаписали. Люминенс. Секу Думбоя. Вот такой Детройт Пистонс. Не знаю, кто это такой. И еще такой у нас был уже. Панини марки. Брэндон Кларк. Мемфис Гризли. Ну, подсерия такая была уже. Автограф хочется, конечно, получить. Но, еще раз говорю, шанс минимальный. Выходите, гости дорогие. Следующий пакетик. Панини Таяц. Мемфис Гризлис. Брэндон Кларк. Брэндон Кларк. Вот он. Два Брэндона Кларка. Пожалуйста. В разной форме. Но Мемфис. О, там какая-то параллелька фиолетовая. Эвин Вин in the Twin City. Хроникл. Д'Анджело Рассел, Миннесота Тимбервулвс. Что-то наговорил много он, да? Далее. Престиж 20-го года. Руи Накамура. Накамура. Ты в какой форме у нас тут играешь? Ой. Вашингтон Визард. Накамура. Далее. Эрик Паскаль этот уже был. Это, наверное, Golden State Warriors, воины. И... какой-то параллелька у нас для Атланта Хоукс. Это у нас Кем Редиш. То есть получается пинг параллель, наверное. Тут она никак, наверное, не обозначается. Ну, просто по цвету, что для Атланта вот такая. Одну карту какую-то откладываю из пакета, более-менее мне приглянувшуюся. Так, по отправке сообщайте, потому что баскетбол, у кого-то несколько карт лежит, у кого-то чуть побольше. Надо, нет, отправлять. Ой, под баскетбол я даже не знаю, все коллекции дорогущие. Тут такие привозить без автографов никто не хочет собирать, но с автографами, сами знаете, очень дорого. Итак, далее продолжаем. Даллас Маверикс Кристарс Порзингис. Такого слышал парни где-то. Параллелька, Эрик. Да, этот Паскаль постоянно тут, Golden State. Эрик Паскаль этот. Golden State. Форвард. Лучше бы автограф положили. Новички-старички, Матис Тибуль. Филадельфия, 76-е. Карта, конечно, красивая у них, но уголки вот... немного покоцанные. Следующее.
Снова этот Матис Буль-Буль Филадельфия. Только под серия Playbook. Playbook. И далее. Далее. Portland Trail Blazers. Насир Литл. Маленький Насир. Essentials, наверное, это. Essentials, да. Пойми Хроникл. Короче, тут всех хроников собрали и в один этот пакет их запихали. Кого, наверное, не распродали. Получается так. Следующий пакет Энтони Дэвис. О, это чемпион NBA в этого года. Дэвис, он в какой-то другой команде играл, да? Леброн Джеймс просил, чтобы купили и выиграли. Дэвис. Хронику. Лос-Анджелес, то есть Лейкерс, да. Деандр Хантер был уже. Атланта Хоукс. Здесь он в какой-то другой форме играет, наверное. Ой, там что-то еще страшное. Ну, это Атланта Хоукс. Дальше опять Атланта Хоукс. Кэм Реддиш. Они повторяются, вот эти игроки почему-то. Кэм Реддиш был в какой-то форме уже. Флюкс. Новичок. Призм. Так, просто призм, да? Цвет какой-то. У одного призма цвет зеленый был, у этого цвет какой-то другой. Отложим, ладно. Чувак с прической Кевин Портер-младший. Кливленд Кавальерс. Тоже помню такого. Где-то был. Одни и те же чуваки повторяются. И RJ Barrett, Нью-Йорк Никс. Рекон. RJ Barrett. Нью-Йорк Никс. Ну, такие вот. Итак, два пакета осталось. Два пакета. Панини Трэдс. Эрик Паскаль, как обычно. Уже четвертая карта, наверное, это Паскаля этого. Golden State. О, Зион. Да еще это. Пинк цвет. Престижу. Зион Вильямсон. Пеликаны. Он бросает из-под почти. С метра-то он, наверное, попадет. Ну, будем смотреть, будет он новым там Леброном или нет. Или так раскрученная звезда на пару лет. Новички, звезды, Деандр Хантер. Тоже уже третья или четвертая карта. Атланта Хоукс, да. Голден Стейт. В этот раз очень много карт. Смотрите. Ну, был же такой. Он был такого цвета, а теперь базовый. Паскаль замучил мне 5 карт, наверное, уже Паскаль этот. Пристал к нам тут в брейке. Давай автограф уж тогда. А, зачем я тебя завернул? Ты базовый какой-то. И Панини Марки, Кэмерон Джонсон, Феникс Санс. Вот эти карты вот красивые даже. Такие прям. Очень даже неплохо смотрится. Заключительный пакетик. А еще в этого Дончич какой-то там парень есть у нас. Попадет, нет. Ух ты, бух ты. Фамилия-то какая у тебя? Фамилия непроизносимая. Шей Гилджейс Александр. Так, кто ты у нас? Тандер. Оклахома, наверное. Пеликаны это, наверное, получается. Пеликаном идешь. Следующая карта. Кэм Реддиш. Опять уже Атланта Хоукс. Кэм Реддиш тоже несколько раз был. Странная коллекция, конечно. Если карт очень много, вот тут их 600 или 500. Стив Керри. Golden State. Making splash in his return. А игроки, получается, идут одни и те же. Вот смотрите, вот этот Паскаль раз 6 был. Golden State Warriors, Эрик Паскаль. Почему к чему не понять? Не понимаю я вот этой коллекции, конечно. Ну нет, автограф у нас. У нас заключительная карта будет пинг цвет. И это, их чуть-чуть уголок даже, Брэндон Кларк. Был он уже раза два такой в разных...
вариациях. То есть получается команд 30, 40 карт. Из этих 40 карт один и тот же игрок по 4-3-5 раз повторяется. То есть многие команды остались вообще без карт. Ну так бывает. Брэндон Кларк, Мемфис Гризлис, заключительная карта. Это она у нас пинг цвета. Ну давайте такие, которые я откладывал, покажу. Вот всякие разные карты. Автографа нет, к сожалению. Брэндон Кларк, Мемфис Гризлис. И вот этот Эрик Паскаль, параллель пинг, Голден Стейт Зион, Престиж 2020, Пеликаны. Атланта Хоукс, Кэм Рэддиш, это у нас карточка призм, наверное, из-под коллекции Панини призм. Далее снова он же, получается, пинг параллель Essential. Далее вот тоже значок такого цвета, это Демар Дерозан, Сан Антонио Спёрс. Призм карточка Паскаль, этот замучил нас сегодня, Голден Стейт. Новички. Так, а новички, что я отложил? А, что это? Джа Морант. Новичок Мемфис Гризлис. И пинг параллель. Кевин Портер-младший. Кливленд Кавальерс. Он и параллельный выпал, и простая. Вот такая база, лохматый мужичок этот выпал. Ну все, на этом закончили баскетбол. Не знаю, буду возить или нет. Посмотреть цены. Если какие-нибудь акции будут, может, что-нибудь привезу. Так что отправлять готов. На следующей неделе пишите, уважаемые любители баскетбола. Там у меня по хоккею совсем чуть-чуть что-то. Если по хоккею выставил, еще наклейки запечатанные привез. Кому надо, обращайтесь. Скидки, если много берете. Ну, а так все. Будем готовиться к следующим брейкам, к новым коллекциям. До новых встреч. Удачи всем. Пока.